Бесплатные автобусы до Озерского лесопарка для участников акции «Наш лес, посади свое дерево» организуют в Балашихе 22 сентября. Центральной площадкой акции в городе станет Озерский лесопарк. На его территории планируется высадить более 14 тысяч сеянцев сосны на площади 3,5 гектара. Каждый житель области может присоединиться к бесплатной онлайн-программе «100-дневный воркаут». 100-дневный воркаут – это образовательный проект по вопросу здорового образа жизни и физической культуры. Акция стартует 23 сентября. Принять участие в проекте может любой желающий в возрасте от 8 до 75 лет. Подробности на сайте 100.workout.com.